исходные данные для закаливания. Какое тело, какое здоровье нужно иметь? Кто это тут закаляет? Ну, какими данными надо обладать, чтобы полноценно закаливаться? Кем надо быть? Моцартом, Пушкиным, йогом, чтобы нырять в ледяную воду и потом в шортах гулять по пляжу зимой? Да ничего не нужно. Нулевой уровень. Не знаю. Знаю только по себе, здоровьем я не выделялся, болел постоянно, ангины, хронические тонзиллиты, худощавый, жирового слоя ноль, в армии, когда служил, в госпитале лежал с суставами. В общем, нормально, с первого года как начал, лет так я не помню, в 27-28, с тех пор купаюсь. Ну, начал бегать осенью, думал, к зиме там приоденусь, прикупил спортивный костюм, шапку. Ничего не понадобилось. Декабрь был более-менее теплый, сильных морозов не было. Ну а к Новому году показали с Порфирием фильм «Детка». Ну я увидел, что живой человек спокойно ныряет с головой в эту воду. Поэтому в Новый год, 1 января там примерно, волосы были длинные до лопаток. Прям с головой, сосульками стали волосы. В этой ледяной каске спокойно домой бежишь, нормально. До этого я даже боялся голову мочить. Единственное, что со здоровьем, может быть, там сердце у кого, или человек 50 лет лежал на печи, не, в кресле офиса сидел, а потом решил вот так форсануть резко. Лучше проконсультироваться с врачом. У меня с врачами тоже кое-какой опыт есть, общение. Могу порекомендовать хорошего врача. Вот, единственный нормальный врач, которого я вообще в своей жизни встретил. Все остальные вообще полный неадекват попадался. Не везло. Но вот единственный нормальный врач — это Джек Шепард из сериала Lost. Вот единственный минус, что он персонаж. Это персонаж, поэтому единственная возможность с ним встретиться — это, ну, не знаю, посмотреть сериал Lost. Он нейрохирург, но любую проблему решает. Любую. Почему? Почему это кажется аномальным? Ну, я зимой в куртке там, допустим, мерзну, да? Почему человек голый бежит, он что, ненормальный? Или он так долго, много лет занимался, что достиг такого уровня? В чем причина? Почему меня знобит? Поскольку тело, допустим, долго коптилось среди ковров и диванов, оно, конечно, сразу может и не вписаться в поворот. Есть такие случаи, расскажу в других выпусках. Можно не вписаться в поворот, конечно, если лежать в коврах там, а потом резко форсануть, если резко форсануть с места в карьер после таких тепличных условий. Здесь тело адаптируется, ему нужно выживать. Дикие условия, форсаж. А одежда термос и слабые места, тогда чуть расстегнулся, ветерок задул, сразу ноги подмерзли, промочились, сразу там холодно. А тело знает, что 36,6, ребята, зачем мне греть ноги? Ну все, до следующих выпусков. Всем желаю здоровья и чистого неба над головой. Или из солнечного неба над головой. Здесь пасмурно. Это Балтика, детка. Национальный парк Куршская коса. Солнце здесь нечастый гость.